Авария с участием двух автомобилей произошла вечером 20 июня в районе Сочинского аэропорта. По предварительным данным, водитель 99-й модели ВАЗ выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Лексусом. Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы. Чтобы его извлечь из покореженной машины, спасателям пришлось использовать спецтехнику. По неподтвержденной пока информации, виновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, очевидцы утверждают, что за рулем он пытался скрыться от полицейского преследования.